Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис, и сегодня я хотел бы рассказать о вот таком кошельке. Возможно, вы его знаете. Кошелек называется Pair. Кошелек уже на рынке, вот на интернет-рынке существует достаточно давно, и многие проекты с ним работают. Даже если проект с ним не работает, я покажу, чем он удобен, этот кошелек. Итак, вы видите, что в последнее время кошелек пополнился еще несколькими счетами. То есть после заведения кошелька Pair, который вы можете сделать в течение нескольких минут, ссылка на регистрацию будет под этим видео, вы получаете сразу несколько кошельков. Это кошелек в долларах, в рублях, евро, биткоинах, этериумах и остальных криптовалютах. Согласитесь, это очень удобно. Чем еще удобен кошелек Pair? Он удобен тем, что пополнить вы его можете любыми доступными средствами, с любых доступных кошельков, которые у вас есть. Как это сделать? То есть, когда вы зарегистрируетесь в кошельке, желательно, конечно, верификацию здесь пройти, либо у вас будет просто срабатывать ограничение не более 2000 долларов в день. Но если для вас это не критично, можно с верификацией и подождать. Итак, как пополнить кошелек? Давайте разберем вот пополнение кошелька в виде рублевого. Вы видите, что здесь много-много-много способов пополнения. Я об этом уже не раз рассказывал, но люди, видимо, что-то там пропускают мимо ушей. Здесь можно пополнить наличными в долларах, в рублях, в евро. То есть наличными — это перевод с определенных банков. Я не буду точно вам показывать, как это все делается. Я вам покажу доступные способы, которые можете использовать вы. То есть это банковские карты, причем можно использовать даже международные карты какие-то, банковские карты. Здесь есть Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Платежные системы: Kiwi, Advance Cash, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Litecoin. То есть вот вы можете пополнять любыми платежными средствами. С различных банков, салонов связи, салоны связи, вот есть Евросети, Связной, таких салонов достаточно много везде. Можно сделать мобильный платеж, можно сделать через обменники, которые вам здесь предложены. Их здесь большое количество. То есть любую сумму, на любую сумму с любым удобным способом для вас вы можете это сделать. То есть чем это удобен кошелек? Да всем он удобен. Если вам необходимо, вот смотрите, вот вы смотрите, я весь, через какие обменники здесь можно пополнить кошелек: Приват, Контакт, MoneyGreen, Western Union, Золотая Корона, Unistream. То есть в любой момент вы можете пополнить свой кошелек любой удобной валютой для вас и держать ее на балансе. То есть даже если вы делаете какой-то обмен, например, вы с Яндекс.Денег, вот Яндекс.Деньги, сумма, которая вам, давайте укажем рубль, вот Яндекс.Деньги вы выбираете, сумма пополнения 1 рубль, нажимаете пополнить. Сейчас мы пройдем все виды вот этого пополнения, и вы увидите, что это достаточно просто. То есть вы нажимаете заплатить, либо смс вам на телефон приходит, либо если у вас установлено расширение Яндекс, вы делаете вот так вот. Все, я подтверждение нажал на телефоне. Сейчас вернемся в магазин. Все, нас сейчас отправит в магазин, мы заходим на баланс, вот рубль уже пополнен. Также пополнение идет из карт, с любой из карт, которая у вас лежит в кошельке, любой карты вы можете это все сделать. Пользуйтесь кошельком Pair, он достаточно удобен, даже если вы между кошельков будете ходить. Здесь самые популярные кошельки собраны: Kiwi, Advance Cash и Яндекс.Деньги. Даже если вот между этих кошельков вы будете ходить, здесь все удобно, быстро и легко. На этом заканчиваю. Всем привет.